будут выпущены подряд две новых книги. Одна будет, к сожалению, в трех томах, потому что в ней 1500 страниц. Я ее писал, ну, вы знаете, наш писатель должен писать долго, у него должно быть раньше, у всех порядочных писателей была или борода, или мития, а иногда и то, и другое. Вот, поэтому здесь это была миссия. Я сделал эту книжку, я не знаю, сколько я ее делал, бог знает сколько. Это про потонувшую Атлантиду, страну по имени СССР, ее герой, так у меня было несколько дневников, и, в общем, это такой, наверное, вышел собирательный несколько образ. Другой герой, мой вечный любимец, Иосиф Виссарионович, и вот вся их жизнь, через всю жизнь проходит эта книга. Вот. Мне самому интересно, что будет. Вот, а другая книга, она об Александре, вот время Александра II. То есть это два взгляда человека, который просто, ну так назовем, муравья, и другого человека, который был на Олимпе. Но их пути соединились. Вот, вот это то, что я сейчас выпущу. Ну и кроме того, наверное, вернусь в театр. У меня в пьесе вот сейчас Джигарханян, через 20 лет вышел на сцену и играет пьесу театра времен Нерона и Сенеки. И там есть такая фраза: «Пока я был занят и убивал маму, — говорит Нерон, — соперники понахватали много лавровых венков». Вот. Я был тоже занят, маму ни при чем, а насчет соперников, которые прохватали венки, не уверен. Вот об этом я буду писать. Станиславович, а какие бы вы современные русские концерты могли бы назвать бы профессионалами в своей стезе? Ну, знаете, это неправильно, если я начну этот суд над русскими писателями. Дело в том, что, к сожалению, вы знаете, я живу довольно далеко. Если вы спросите, каких писателей во время Александра II порекомендовать вам, я с удовольствием вам порекомендую Тургенева и Достоевского. У меня будет целый большой список. А вот с современными я не так знаком. Понимаете, я больше, так как меня обычно издавали там за границей вначале, все книги, вот, они сначала издавались в Соединенных Штатах, по Европе, а потом только в России. И поэтому я всегда отсутствовал, я пропустил вот этот момент создания новой русской литературы. Поэтому с новой драматургией я больше знаком, но тут тоже не смогу вам ничего порекомендовать. Поэтому уверен, что их много очень хороших, но я их просто еще не знаю. Эдуард Станиславович, а когда выйдет ваша книга о тиранах и судьбах тиранов 21 века? Предвидели ли вы судьбу Каддафи? Вы знаете, здесь есть одна беда. Вот беда, по-моему, беда Солженицына, когда он описывает Сталина, в том, что он участник. Понимаете, он пострадавший, у него счеты. У меня есть счеты со временем тоже, мои счеты. Поэтому вот эту самую главную заповедь «добру и злу внимаю равнодушно» я не могу осуществить пока. Понятно? Поэтому я не верю себе, который будет судить 21 век. Вот не верю. Мне легче, тот век, который прошел, там я судья, точно. Там счеты кончились, есть холодный взгляд, который и должен быть, если вы хотите, какой-то кусочек правды. Наверное, очень немногие писатели знают русскую историю, как знаете вы.
И всех нас, наверное, интересует один вопрос. Какова судьба России в 21 веке, на ваш взгляд? Знаете, этот вопрос интересовал и тех, кто жил в 19 и 18 веке. Дело в том, что один русский писатель даже его сформулировал. Ну, вы помните, что я вам буду говорить? Русь, куда же ты несешься, дай ответ. Вы помните, да? Не дает ответ. Только вот заливается колокольчик. Понимаете? И вот эта судьбоносная птица-тройка, пугая другие народы, несется вдаль. Поэтому ваша идея, что я тут за этим столом сумею вам доказать, что Гоголь не прав, ошибка. Россия все время задают вопросы. Вот Карамзин задавал, его тоже интересовало. Кто придумал? Или народ придумал таких властителей? Или властители сделали таким народ? Вот он тоже там нету ответа. Понимаете, поэтому... А дальше идет умом России не понять. Понимаете, поэтому целый ряд вопросов к этому загадочному сфинксу они остались неразгаданными. Когда наступила перестройка, тоже никто не понимал, то ли медведь просто перевернулся на другой бок и будет спать, или это действительно перестройка. Вопрос тоже остался. Поэтому, если вы хотите целый ряд вопросов, я вам их буду задавать уже сам. Но тогда с автограф-сессией вам придется повременить. Спасибо. Знаете, я вот тоже недавно пытался узнать, в каком я союзе писателей. Понимаете, вот один из руководителей союза писателей тогда называл меня «Какое милое у нас тысячелетие на дворе». Так он обращался ко мне еще в 80-х годах. У меня была большая беда, я ни разу не голосовал. Но я не знал, что это известно. И он мне это сообщил. Поэтому, как-то я был членом Союза писателей. Более того, я получил билет по почте, что было тогда большой редкостью. Нас приняли вместе, по-моему, целую группу таких писателей, которые тогда случились на виду. Дело в том, что Союз писателей периодически понимал, что их самые юные писатели за 60. Поэтому тогда у них наступала волна омоложения. И вот я попал в эту волну, у меня шло тогда много, пьеса по всей стране. Шла она и здесь, называлась «104 страницы про любовь» или «Еще раз про любовь». И поэтому я был очень подходил для этого. Я так и не стал членом партии, потому что просто мало посещал эту организацию и уверен, что я был членом Союза писателей СССР. А сейчас я не знаю. Я недавно получил билет, я член пен-клуба. Международного пен-клуба, да? Вы знаете, да. Причем, когда написано, с какого-то я член пен-клуба. Поэтому и уверен, что член Союза писателей. Дело в том, что они как-то разделились. И не хочу обижать, я готов быть членом всех союзов, которые меня будут терпеть. Я не вижу здесь ничего страшного, потому что чем больше союзов, тем лучше. Вот у меня все пьесы были о женщинах. Там одна называлась «Еще раз про любовь», но главной героиней была женщина, а мужчина был написан очень плохо, очень плохо. Потом была вторая пьеса. Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Я тоже считал, что она женщина. Но, то есть я писал о женщине. Каждый раз понимаю, что я самозванец. Потому что это, как мне описывать жизнь на Марсе, писать о женщине. Поэтому я очень обрадовался, когда женщины стали писать о себе. Возможно, это выход.
почти все, что говорили о себе большевики, это неправда. Но очень многое из того, что они говорили о капитализме, это правда. К сожалению. Второй момент – это империя, которая – это не то, что, знаете, как куда ни бросишь, а выйдет КПСС. Нет. Куда ни бросишь, что бы ни случилось, а выйдет империя. Вот это вы и наблюдаете, это очень интересный процесс. Много противоречивых мнений о Георгии Константиновиче Жукове. То его называют тираном, то великим полководцем, спасшим Россию. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Ну, это опять будет то же самое. Я не так изучал эту историю, но Георгий Константинович Жуков – человек своего времени. Он, то есть в нем есть диктат, и в нем есть военный, он классический военный. То есть, если, к сожалению, для военного надо 100 тысяч положить, чтобы первого, ну, условно говоря, войти в город Берлин, он это сделает. Во всяком случае, сумеет и положить, и взять Берлин. Ну, как известно, писатель пишет, потому что он не может не писать, не может молчать. Вот есть ли в нашей сегодняшней жизни какая-то тема, которую вам, ну, безумно бы хотелось затронуть, поднять, описать, но вы... как уже высказать, может быть, воздерживаетесь от этого. Что-то есть такое, о чем бы вам было интересно написать? Очень интересно. Или такого нет вообще? Вы знаете, поверьте, вся наша жизнь сегодня – это произведение Кафки. Поэтому мне оно очень интересно, просто безумно. Но я просто не смею, возможно, я не так знаю пока. Может быть, не удержусь. Напишу. А что делать там атлантом? Реквалифицируются в дельфинов и завоевывать новые архипелаги? Знаете, это жизнь. Это жизнь. У Леонида Андреева есть страшная фраза, очень точная. Фраза про писателя. Почему то, что нравилось вчера, не нравится сегодня? Сегодня не виноват в том, что это ему не нравится. Сегодня – это сегодня. И если вам Господь дал эту возможность жить сегодня, живите. Понимаете, ваш и счет к сегодня – это должен быть счет к сегодняшнему дню. А вот это сравнение любимое, а тогда был и солнце, и туман другие – нет. Такие же. Вы были другой.